Как настроить сотрудников на клиентскую волну? Об этом говорили на межрегиональной конференции «Клиентоориентированность. Лучшие практики», в которой приняли участие представители бизнеса Чувашии. Культура общения с посетителем не только стимулирует рост бизнеса, но и формирует имидж организации нашего города в глазах посетителей, туристов, иногородних партнеров. Умение сотрудников в компании создать комфортную атмосферу для клиента определяет конкурентоспособность целой сферы. Особенностью конференции стало использование сервиса интерактивного общения. Посредством телефонов и планшетов участники конференции смогли задавать вопросы спикерам, голосовать, общаться в чатах. 50 лет назад начали об этом задумываться, но сегодня в условиях жесткой конкуренции это становится еще более критично. И как нельзя более ключевую роль здесь играет персонал, с которым мы работаем. Ведь все, что происходит в компании, оно бывает либо потому, что делают это люди, либо наоборот, потому что они не предпринимают никаких действий. И как раз сегодняшняя наша конференция о том, как в компаниях внедрять эту самую клиентоориентированность.